Сегодня пришли тренироваться к Сереге Шелестову в гости. Будем приседать. Сегодня небольшая тренировка. Надеюсь, я ничего не забыл. Вроде ничего. И не здесь. А что про Серегу рассказывать? Его все знаю. Что? Надо менять уже тапки. У меня все тапки уже все. Сейчас буду заказывать сайфьюса. Попробую такие. Может и такие закажу. Мне такие тоже нравятся. Так, сегодня серьезные плечи, надо намазаться. Честно сказать, надеюсь морально зарядиться для себя. Все, как-то пытаюсь я на силу работать, но уже нет такого запала, как раньше. Вот, глядишь, Андрюха вдохновит. А если еще присядет так более-менее там, то вообще хватит на пару недель точно. В моем возрасте это уже срок приличный. 2 недели пахты. Хотелось бы так как-то с весами поработать, а настроя нет что-то в последнее время. Лето и травмы замучили, блин. Где-то что-то чуть рванешь, особенно ноги. Чуть побольше присед, все, опа. Ну, а любой турнир возьми. Любой турнир бодибилдерский, всегда все есть недовольны. Любой форум открой, почитай. Угу. Ты в лифтинге хорошо поднял, больше всего победить, вопросов нет. А тут чуть лучше, чуть хуже, но любители, как говорится. Пошли, тряхнем стариной. Пройдет, все проходит. Вот такой зал нормальный. Ты же это был? Нет. Нет, был. Да. Так тебе город понравился, да? Вот честно. Ну пройди, прошел все там по улице. Сейчас тут видишь. Я вот тут устал набирать, что здесь стоит. А, ну да, а вот наоборот же это лучше. Ну, мы не такие же, верно. Мама рядом со мной. Просто Митина. Какая энергия, а? Серьезно. Походи. Вот таким винтом.
сколько выступали, я ни разу не занудил. Ты не можешь спать из-за того, что тебе вот еда. Просто вот ты ни о чем больше думать не можешь. А хочется ожирать. Да? Ну а как, если одна-две тренировки в день, каждый день, 3 часа кардио. Должна была быть, я так пишу. После прошлого? Да. А скажу, ты считаешь, ну ты опытный бодибилдер, а я имею в виду вот начинающим, обязательно делать жим, тягу и присед, 3 базовые. Процент, конечно. Обязательно, да? Все-таки она закладывается. Если нет никаких там противопоказаний, обязательно просто. Вот так вот. А то спрашивают некоторые, надо ли делать. Вот Сергей Шелестов ответил на вопрос. 25 лет занимаюсь, до сих пор делаю еще. Вот так вот. И присед, и тягу, и жим. Вот, вот. А мне приходится такие длинные делать. Может, запястья болят. У тебя все-таки такое, как сказать, по понятиям обывателя, мужской вид спорта. Ты приезжаешь, ты поднимаешь, ты чемпион, ты силовой, понимаешь? А тут приезжаешь в деревню, люди это, я даже не говорю, что я там многим, что я там турист или что-то, ну там просто это не понимают. Мне до сих пор там спрашивают, одноклассницы, там были встречи. Да, да, мы каждый год практически встречались. Они до сих пор спрашивают там, ну кто-то там не знает, а ты там чемпион мира там был, да, я говорю, был, а по какому виду спорта-то? По борьбе, что ли? Да, я по борьбе, блин. Ну, или там что-нибудь там. Ну, то есть, знаешь, ну, там люди не объяснишь. Ну, в деревне. Сегодня я был в гостях у Сергея Шелестова, у нашего прославленного бодибилдера. И я еще раз убедился, почему он чемпион,
потому что работает с тяжелыми весами и не жалеет своих сил. Серега, спасибо тебе за приглашение. Андрюх, спасибо за то, что посетил. Андрюх, как всегда, вдохновил меня на новые подвиги. На 5-м десятке я побью свои рекорды, надеюсь. Несомненно, надеюсь. Да, но уже не в троеборье, а в каких-нибудь менее обязательных элементах.